Всем, дорогие друзья, с вами Ночная Помощь. Сегодня я буду играть за Кустодра и выполнять задание. Так, купить вы не буду покупать, так как мне они просто не нужны. И тем более мне не хватит кристаллов. Я обычно не хочу кристаллов. Полностью выиграть 30. Итак. Сама игра нам сказала. Сейчас выполню задание. И все. Так, захожу за трайка и сразу кустика съедаю. Так, и еще и теперь будем выживать за. Хорошо, что игра нам сказала, игра его убила, ты его не растила, так. И поэтому играй именно за него. Пыль в глаза, в лицо, ой, куда? Это же сложно на все эти скалы забирать. Падающие. Так, помните. Я должна добраться сюда. Это мне очень интересно. Осторожно. Надо подняться сюда. Все. Поднялась. Куда? И все. Мы забрались. Кто помнит, кто смотрел мои самые первые ролики, одни из самых первых роликов, там я за дилку пыталась запрыгнуть вон туда. Вон туда, там есть полянка зеленая. И вот туда я пыталась запрыгнуть, но не запрыгнула. Мой друг запрыгнул, а я нет. Это было грустно. Да. Я пойду спущусь за мясцом, там мясо есть. Так, мне нужно разбежаться и прыгнуть. Я надеюсь, что я допрыгну, потому что у меня маленький рост. Я боюсь.
Ладно, только сломанная нога, это уже плюс. Могло быть и хуже, как говорится. Там никого нет. Никого. Лягу здесь, потому что дальше пробираться это сплошное мучение. Надеюсь, что меня тут никто не спалит. Я вот так вот выйду. И буду смотреть, что там происходит. Вот там Анкил. Анкил и там. Он делает вон там сбоку и спину, у них межевид, тут спину пишет. Я защищаю этих травоядных. Я такая, а в смысле ты защищаешь травоядных? Ну я бы, если честно, запретила межевид, потому что я этого не люблю. Межевид — это запрещено. И разницы большой нет. Вообще нет. Друг тебе игрок или не друг, это пофиг, все равно. Бежит, земля дрожит. Куда ты бежишь? Надеюсь, не ко мне. Так, до свидания. Пойду в бок. Дальше пути нет. Ну ладно, надеюсь, меня не заметят. И за кустик лягу. Так. Куда ты идешь? Ты что? Не очень. Вот так. Ну так не видно. Кстати, как я говорила, помните, я снимала видео про оверактор. Какой он багованный. В общем, это, оказывается, видно и на других оверакторах. То есть, ты знаешь, что за трак, например, будет оверактор, он не поможет. Вися, руки где-то в боку. Ну и все такое. В общем, ужас какой-то. В общем, вот так вот. И не только с динозаврами баг, но и с этим, с картой. Вот видите эту гору, гору вот. Видите, тут трава разного цвета. Причем
три кусочка разного цвета. В общем, там за этой горой такой бак. Когда ты бежишь где-то далеко еще и видишь эту гору, то ты видишь только море. У тебя над морем висит гора, она прям летает, висит. А у тебя под горой море. Вот такой вот бак. Поэтому ты бежишь и не узнаешь, а в смысле, а где это ты вообще находишься? Ну, это очень плохо. Надеюсь, исправят вот этот баг ужасный. Это реально очень странный баг. Он не только странный, но и страшный. Можно сказать. Ладно, ребят, я сейчас пойду в новый дом. Кстати, я буду новый домик. Пью воды заодно. О-ля-ля. Прикольно. Смотрите, он меня не видит. Он думает, что его купают. Он дурной, я не понял. Чувак, ты что бухаешь? Ты что бухаешь? Ты что бухаешь, а меня, а? Ты нормальный вообще, чувак? Это вышло мне встречаться. Например, я нажимаю на ускорение, он не ускоряет. Очень грустно. Он так пьет элегантно, этот динозавр. Раптор. Не понял. А вот. А я не поняла, ребят, кто понял, почему этот спина напал на меня? Я же стояла в стороночке, никого не трогала, а он на меня так напал. Как? Зачем он это сделал? Напишите в комментариях, как вы думаете? Он хотел меня съесть или просто так пошутил он до меня? Типа, чё ты орёшь? Я вообще-то тут пугаюсь. Вали отсюда. Вот там вот что-то мясо лежит. Мы могли бы узнать историю этого мяса, если бы у меня нюх был. Видите, он серый. Тут может кто-то правится, поэтому на всякий случай. Ну, смотрите, там пасец этот, анфила и трайк, которого мы, кстати, не видели. А там спина. Сейчас пойду посмотрю на спину. Надеюсь, смогу от него убежать. Видите, вот спина.
Пробежали. Эй, чувак, ты чё ты? Эй. Все равно убью. Ах ты ж скотина. Косик. Знаете, что, я не буду его сейчас убивать. Вот как там интересно спим. И он тем более мой друг. Он струсил и убежал. Еду не получил. Кто тут пишет по-английски? Еда. Кто-то нашел еду. Какая радость. Это, кстати, самый маленький спинок, который может быть в игре. Ну, то есть это начальная стадия. Вот Галим ему заспавнился и побежал. Галилин. Просто интересно, там что, Рекс и Спин подружился? Нет, они разошлись. А Галилинусу что-то от меня надо. Он убежал. Ну, значит, уже ничего не надо. А, он кушать. Он белые анки убивает. Ты не хочешь меня убить? Я лучше спрячусь. А, смотрите. Там это. Дурак. Слушайте, они так... Тут нужно бегать, блин. Это только со стороны видно. Они пытались напасть на Галинимуса, но, видимо, Галинимус их отшкерил. В общем, как-то так мы скажем. Чего стоим? Кого ждем? Пошел отсюда. Кыш. Фу, отсюда. Пошел.
И не смотри в мою сторону только. Не смотри. У меня здесь нет. Кыш. Вали. Вали отсюда. Он потерял своего товарища. Свали, я не слава богу. Ребят, я забралась на гору, и вот такую картину я увидела. Тут 7 спинозавров. 7. Если бы вы знали, 7 это очень большое число. Это большая, достаточно, очень даже большая стая спинозавров. И их, на их 7. Нет, их 8. Их 8. Ребят, 8 спинозавров. Я поняла, почему такое видео получается, ну, без особых событий. Тут на сервере одни спинозавры. Тут их больше, чем кого-либо, блин. Вон. Убил себе спинозавра. Ой, и меня хотят убить. Слушайте, нифига себе птер бьет. Мне серьезно убьет сейчас птер. Кто кого? Смотрите, он по сути сейчас должен вернуться и попробовать убить меня, поэтому я тебя свалю. По-быстрому. О, боже мой. Самое печальное, что птеров вообще, по сути, не дают мясо. Ну, в нем-то и нет мяса, поэтому... Он такой худой, что у него, конечно, нет мяса. Какая красивая идет. Раптор. На самом деле, больше похож на какой-то раптор этот. Зверь. Назову его зверь, потому что я не знаю, раптор это или какой-то раптор. Он похож на какой-то раптор. Так, стоп.
конечно, я забила утро, ребят. Я там что лайкаю. Сейчас я побегу искать приключения. Надеюсь, кого-нибудь найду. Там маленький деревень. Думаю, что его намерение плохи. Знаете, зачем? Почему я убила этого барика? Потому что я это вроде беззащитная пара заурала. Хотя там было нет. Это нечто. Я борюсь за справедливость в незавременном мире. Поэтому, ребят, не надо могли. Если не надо, то есть видео это, то все должно рекомендовать. И только важно поддерживать организацию. Вот, получили мы награду. Ладно, ребят, на этом пока. Всем, кому понравился ролик, подписывайтесь на мой канал или ставьте лайки. Удачи!